Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю постряпаю, в общем, домашнее печенье. Простое, как обычно, быстренько. Не заморачиваться не надо. Здесь у нас, вот посмотрите, я растопила сливочное масло. Здесь у нас сахар, 2 желтка, соль. Здесь курага у меня нарезанная. Эти вот курага. Сахарная пудра. Мука и все, и ручки наши. Так, берем мисочку, заведем тесто. Берем 2 желтка. Вот сюда, видите, 2 желтка. Я их выливаю сюда. Берем сахару. Сахара у нас, наверное, грамм 100. Больше не надо. Всыпаем. Берем масло. Масло уже тоже грамм 150, но оно не горячее, чтобы желтки. Оно растопленное, но горячее не надо, чтобы желтки, а то желтки у нас заварятся. И все. Берем нашу соль. А маленько соли. Соды не надо. Много. И будем перемешивать тесто наше. Так, пока, чтобы у нас вот сахар не растворился, будем мешать его. Он быстро растворится. Сахар у нас вот растворился. Видите, нет. Гладенько все получилось. Берем нашу муку. Оп. Вот здесь муки у меня примерно где-то 260 грамм. Высыпаем в тароночку и тесто замешиваем. Вот так. Мешиваем тесто. Мешаем аккуратненько. Вот оно у нас какое становится. Вот. Оно наподобие песочного теста, только там маленько. Чуть-чуть другое добавляешь. Вот, дорогие мои, какой у нас получился колобок. Ручками мы его маленько примем. Колобочек, наш колобочек. Убираем в сторонку. Берем наш пакет обыкновенный. И так завернем его. Так вот. О, и в холодильничек, только не в морозилку, а под морозилку. Минут на 30 его пусть оно лежит там и отдыхает. Вытащила я тесто из холодильника. И будем нарезать его. И все равно оно у нас. Вот так вот мы его будем резать. Кружечки собираем. Маленько получится у нас. Ну, ладно. Тесто маловато на такой противень. Вот, берем ручками, собираем. Разрезаем. Мало будет. Ладно. Берем шарики. Шарички наши. Здесь на листик я ложу, там у меня пергаментная бумага, я застелила, потому что не надо там масло наливать. Так они у нас, тесто-то жирное. Жирненькое, прижирненькое. Вот. И опять берем сучек ручками, собираем. Делаем колбаску. Делаем на шариках вот углубление. Вот, видите, вот так вот. Можно пальчиком. Оп. И вот так вот. Ручечками. Делаем. Сравниваем. Оп. Делаем углубление. Наши вот такие. И берем нашу кураку. И сюда кураку насыпаем. Так вот берем. И вот сюда. Придавливаем. Так, курагу. Вот. Так вот, ручкой, пальчиком. Так, хорошо придавили. Вот каждый шарик мы так ложечкой, а потом можно ручкой делать углубление. Выложили мы наш вот сюда курагу. Наши шарики. Пойдем теперь в духовочку. Духовочка у нас уже нагрелась.
ставим. В общем, берем 175-180 градусов, выставляем. И будем ждать 10-12 минут, они будут выпекаться. Печеньки наши испеклись, мы выложили их на блюдо. Теперь посыпем сахарной пудрой. Так, посыпали. Так, начинаем посыпать. Посыпать каждую печенюшечку. Вот. Ручкой. Вот так. Обсыпаем. Вот. Кристаллизуется. О, обсыпали. Все. Наши печеньки, домашняя печенька наша готова. Всем приятного аппетита. Пока-пока.